рамках программы обновления техники. Машина самосвал 20-тонный, работает он, получается, летом как самосвал, зимой его можно использовать также как самосвал для вывоза техники и как пескотряд. Вот. Тестировали уже, нет? А? Да, да, они уже в работе. 13 единиц мы выпускаем. От 12 до 13, в зависимости там, потому что старая техника подламывается иногда. Техника ремонтируется. Я считаю, что довольно-таки оперативно, с учетом той специфики бюджетного предприятия, да, что мы не можем себе позволять там массовых прямых закупок. Особых отрицательных моментов я здесь не увидел. То есть кадрового голода, как такового специалиста сейчас пока нет? Нет. В течение года итого единиц пришло, получается, у вас? 10 единиц. 10? 2, 3. 3 самосвала вот таких вот 20-тонных. 3 мини-погрузчика МКСМ. 3 у нас пришло меркатора, подметальные, вакуумно-подметальные машины. И одна магистраль. Вот что скажите, идем рядом, вот новая техника, она на гарантии? Да, на гарантии, то есть сейчас... Технические работы регламентированные, да. Они выездная бригада? Да, приезжают специалисты из ТАМАС-центра саратовского. Чтобы сохранить гарантию. Чтобы сохранить гарантию, да. Все работы мы регламентируем, если какие-то мелкие работы, мы пишем письмо с разрешением самим устранить эти неполадки, они нам или разрешают, или запрещают. Чтобы было понимание, в свое время это было 4 организации: МГКС, БалАвтодор, городские парки, парковое хозяйство городское и комбинат благоустройства. Сейчас это стала одна организация. Поэтому. Вот это общее объединение, оно к экономии привело или к увеличению? То есть позволило вот это вот сокращение лишнего числа организаций, объединение, все это что-то сюда? А там, по большому счету, от перестановки слагаемых суммы не изменяется, поэтому... Хозяйства меньше не стало, рабочих тоже меньше не стало, потому что уменьшение количества рабочих будет сказываться на качестве обслуживания тех объектов, которые закреплены за предприятием. Поэтому здесь единственное, что можно сказать, что вместо 4 директоров, как бы, может быть, он один, как бы, но и в то же время объем колоссальный, поэтому, конечно, объединение, я думаю, что на благо не пошло. То есть есть смысл разделить обратно? Я думаю, что да.